Всем привет, с вами магазин «Юный папа». Сегодня мы будем разбирать такую проблему, как после установки лопастей квадрик не взлетает и заваливается на бок. Или переворачивается, иногда он еще переворачивается. Вот смотрим, лопасти все на месте. Квадрик готов к полету. Мы включаем его, там, синхронизируем. Вот он синхронизируется. Вот, вся лопасть крутится, но мы жмем полный газ, он заваливается на левую сторону, может заваливаться на правую сторону, назад может. Иногда на маленьких квадриках он может взлетать и переворачиваться вот таким способом. То есть эта модель как-то не имеет. Вот. В чем же проблема данной неразберихи? Первым делом, потому что неправильно установлены лопасти. Лопасти имеют разный наклон, разное вращение. Ну, чтобы детальнее изучить, сейчас мы покажем это все на, допустим, большой модели, вот на вот этой. Значит, у этой лопасти наклон влево, то есть, чтобы воздух, она поднимала воздух, допустим, винт должен крутиться в левую сторону. А эта лопасть, у нее наклон в правую сторону, то есть по часовой стрелке должен винт крутиться. У некоторых квадриках есть вот такие вот стрелочки, которые означают такая стрелка или еще... здесь только стрелка. Бывает, еще букву пишут. Вот. На каждом луче бывает, еще букву пишут. Буква означает, может означать, значит, лопасть. Лопасть тоже могут маркировать. Но здесь, допустим, только вращение. Если может открутить, там будет буква. Вот она, букву нашли. Вот она. Вот здесь прямо нам буква А. Здесь буква А. Здесь буква Б. Вот, нам увидели. И, значит, лопасти иногда маркируют сверху, иногда снизу. Вот здесь вот, допустим, маркировка Б. Вот прям под лопастью. Так, а здесь будет А. Вот она. Соответственно, ну, каждая буква там, лопасти и луча должна соответствовать. Но есть более лучший и самый оптимальный способ правильно установить лопасти, это первоначально узнать, как у вас крутятся лопасти. Значит, делается это следующим образом. Вот как, допустим, на вот этой симе. То есть здесь есть вот это вращение, если честно, оно будет непонятно. Или там как-то будет вот здесь вот стрелочка. Вот, оно будет непонятно, буквы здесь нету. И смотрим, как кустарно это все выполнить. Значит, мы ставим квадрокоптер прямо, он у нас синхронизирован, и нам надо узнать, как крутится хотя бы один винт. То есть обычно вот на это внимание всегда мы обращаем. И смотрим, крутится он против часовой стрелки. Вот, против часовой стрелки крутится. Соответственно, лопасти стоят по диагонали, то есть два мотора крутятся по часовой стрелке, а два мотора против часовой стрелки. И по диагонали, значит, вот такой же винт должен стоять по диагонали. А эти винты должны стоять в другую сторону относительно этих. Видим, что у нас здесь неправильно установлены вот эти два винта. И мы их должны поменять местами, тогда это все полетит. Давайте поменяем, попробуем. Смотрим теперь, у нас две вот эти лопасти одинаковые, и вот эти две лопасти одинаковые. Квадрик синхронизирован, мы его ставим на ровную поверхность, пытаемся взлететь, и взлетаем. Вуаля, юный папа летает.
таким способом решаются эти проблемы на любых квадрокоптерах. Будь они там большие, маленькие, всегда принцип будет один и тот же. Независимо, 2000 рублей или 30000 рублей, принцип одинаковый, поэтому не путайте лопастя, проверяйте перед запуском. Особенно при установке первый раз, когда еще только собираете квадрокоптер. Это... С вами был магазин «Юный папа». Пишите ваши вопросы в комментариях, будем рады на них ответить. До свидания.